Ветераны продолжают принимать поздравления. Своих героев чествовали на предприятии «Оренбургнефть». Их подвиг на передовой и в тылу неоценим. О рекордах нефтяников Великой Отечественной вспоминали на торжествах, устроенных в честь Дня Победы. Тему продолжит Екатерина Волкова. Среди ветеранов ПАО «Оренбургнефть» 5 героев Советского Союза и 4 героя социалистического труда. Тысячи награждены орденами и медалями. В день празднования Великой Победы общество уделяет им особое внимание. На концерт, посвященный 9 мая, собралось около 50 участников войны и тружеников тыла. Так Николай Сызранцев всегда хотел быть нефтяником. Профессия уже в 40-х считалась перспективной. Но учебу в Бугурусланском техническом училище он завершил во время Великой Отечественной войны. На фронт призвался в 43-м в танковое подразделение. Под Витебском меня ранило, вот эту ногу перебило, лодыжку. Попал в госпиталь, все удачно, вышел и попал в запасной. После Николай Николаевич был отобран в полк штурмовой авиации. На его счету 49 боевых вылетов на прославленном Ил-2. В нефтяную отрасль он вернулся только через 6 лет после победы. Работал буровым мастером. Не просто приходилось оренбургским нефтяникам все страшные годы, чтобы в полной мере снабдить топливом советские вооруженные силы. Более 1 миллиона тонн нефти получил от оренбургских нефтяников фронт. И сегодняшнее поколение сотрудников Оренбургнефти не только помнит подвиг своих старших товарищей, но и успешно продолжает это дело. Прежде всего, это очень важный праздник для молодого поколения, чтобы они не забывали, кому они обязаны, всем тем, что сегодня имеют. И всем хочется пожелать ветеранам крепкого здоровья, долгих лет жизни, чтобы они нас радовали своим присутствием. День Победы нефтяники возложили цветы у мемориала памяти с именами героев, работников Оренбургнефти. Ну а затем приняли участие в городском параде Победы. После театрализованных постановок сотрудники ПАО «Оренбургнефть» вместе со всеми проследовали к вечному огню. Начиная вот от маленьких, да, и вот несколько, я так думаю, здесь поколений, наверное, 3 точно собралось, если не 4. Они все собираются, празднуют, чествуют наших ветеранов. Это очень здорово. Празднование Дня Победы – это дань памяти всем солдатам Великой Отечественной войны. Общество ежегодно принимает участие в этом важном событии. Чествование ветеранов проходит во всех районах присутствия ПАО «Оренбургнефть». Екатерина Волкова, «Наше время».